пытаюсь заснять голубых земляных крабов. Вот один. Такие большие были. То есть вот эти дыры в земле, это крабьи норы. Там один краб. Вот тут. То есть они живут в земле, а сейчас после дождя во Флориде, когда затопило их норы, они вылазят. Но они очень пугливые, их очень сложно поймать. Эти норы бывают 2 метра под землю, то есть очень глубокие.